Судьбу деревьев на улице Богдана Хмельницкого сообща решают общественники и застройщик. Они сели за стол переговоров. В начале февраля пройдет очередная встреча. Пока они не договорятся, вырубки деревьев под строительство не будет. Порубок мы не планируем никаких разрешать там делать до тех пор, пока проект полностью, весь в целом, в комплексе не будет обсужден на градостроительном совете. Поэтому так обстоит ситуация в Калинском районе. Сейчас застройщик, который хочет возвести 5 высоток, разрабатывает проект здания, которое заменит дом спорта. Город получит равноценную площадку для занятий художественной гимнастикой, вольной борьбой и дзюдо. Бизнесмены предлагают за свой счет озеленить улицу Богдана Хмельницкого. Из-за строительных работ придется срубить 7 елок. Вместо этого застройщик готов купить 13 5-метровых голубых елей и более 30 сосен. Места для посадок должны выбрать жители района.